Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Ванам Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндвивача Патитананг павунибхо вишнавибхьо наму намаха Муканг кароти вачаланг пангунланг хетгирим Яткипатамханг ванди парамаанандамадаву Бриндахуй тусидеббой пиявой кешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тату Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патрашо Пракасанеча Садану Ракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагод Барунна Дхайям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Тирсас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Биспуриджита кимапикупо душвадарши, Пурнану рагара сасагара сара мурти, Сарадхикама и кадар кипан кроши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхакта Винда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхакта Бинда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату. Шанкиртаной капитару камала шутакшо Вишам бару дижа бару жугадхар мапало Банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушихи Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джаша Чавакшаши Ясястихидайсамбир Твам Нишингам Ахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Суро Сарид Упаканте Годруме Гауру Тирте Басати Сисуровиканье Бхакти Пурвам Бинадаха Джугала Чарано
Шакшо Шева Лавхасая Шоу Браджо Расо Раси Кая Пад Падмасрай Атро. Суро Сарид Упаканте. Суро Сарид Упаканте. Годруме Гоуру Тирте. Басати Си Сурове Кунже Бхакти Пурвам Бинадаха. Джугало Чарно Шакшо Шева Лавхасая Шоу. Браджо Расо Раси Кая Пад Падмасрай Атро. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told, don't disturb me, I like to live my peaceful life, don't disturb me, I like to maintain some privacy. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, говорила о людях, которые просят их не беспокоить, не давать никаких советов относительно духовной и материальной жизни, то Шрила Прабхупад про таких людей говорит, что у них пассивное вожделение таким образом проявляется. И вот Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что если кто-то говорит таким образом, просит не беспокоить их, чтобы они жили своей спокойной жизнью, это значит, что у таких людей, несомненно, есть какие-то материальные желания, поэтому это таким образом проявляется их пассивное вожделение. Если у нас это пассивное вожделение есть в нашем сердце, то тогда мы не можем нигде обрести удовлетворение. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур сказал, до тех, как долго люди, у них есть, они поддерживают свою приватность, свои корыстные интересы, корыстные желания, мы можем говорить харикатху, но какой-то эффективный результат им это не даст. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур сказал, если есть анибхилаш, посторонние желания в сердцах так называемых людей или преданных, мы можем, конечно, говорить харикатху, пытаться их как-то освободить, этих обусловленных душ. Мы можем пытаться тратить литры крови для освобождения этих обусловленных душ, но мы не сможем ничего сделать. И до тех пор, разные анибхилаши, посторонние желания в нашем сердце есть, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что есть один большой анибхилаш, то есть если посторонние желания, стремления, то и есть в нашем сердце, то тогда трансцендентная харикатха не сможет войти через уши в наше сердце. И если эта харикатха не войдет в наше сердце, то как тогда процесс четадарпанамарджаны может произойти? И вот Шрила Рагхунатх Дас Госвами сказал, я не хотел принимать амриту, но Шрила Санатана Госвами Пад, он хотел дать мне вкус этого бесконечного океана нектара. И он дал мне каплю этого нектара. Я не хотел это принимать, но силой заставил меня принять, как кормят маленького ребенка. Он дал мне эту каплю нектара, как детей иногда пытаются заставить съесть какое-то горькое лекарство. И вот Рагхунатх Дас Госвами после этого говорит, что это милость Шрилы Санатана Госвами Пада. И вот это естественно, что обусловленная душа напротив Харибаджана. Может быть, они Харибаджана как-то являют, но анибхилаш есть посторонние желания, поэтому нектарная харикатха амрита, она снисходит с небес, и они не получают вкус.
И в этом главная проблема. И вот множество преданных, они приходили к Гуру Падпадме, когда ему было около 100 лет уже, множество преданных приходили. Дела ваших братьев, боги также. И Гуру Падпадма занимал меня в различных видах служения. Не знаю, почему я не достоин, но Гурудев занимал меня. И вот они говорили Гуру Падпадме: «О Гурудев, великий саду, наша Гурага говорит, что нектар Апракрита Амрита, есть материальная амрита, которая наслаждается Индра Махарадж. И поэтому я говорю о Апракрита Амрита, чтобы вы не путались. Амрита, она есть на небесах, но мы не заинтересованы в ней». И вот амрита, поток амриты, он постоянно снисходит на нас. Вайшнава Севе, в Харикатхе и в прочих вещах. Но почему мы не получаем силы, могущества? И вот они спрашивают Гуру Падпадму. И Гуру Падпадма говорит: «Хорошо, вы думаете, что амрита, она подобно дождю снисходит, но также у вас должна быть емкость для того, чтобы собрать эту амриту. Если вы без приходите саду с пустыми руками, даже у вас нет емкости, чтобы набрать милости, то что вы будете делать, если некуда милость взять?» Но в случае с Чайтанья Махапрабху это была особая милость. Он хотя ушел, но все равно внешне ушел, но все же он являет Нитья-лилу. И когда Чайтанья Махапрабху пришел сюда, была особая милость, которой сейчас нет. И в этой шлоке описывается его великолепие, его милости. И вот Махапрабху не смотрел на то, откуда люди пришли, как пришли и прочие обстоятельства не учитывал. Но сейчас другая ситуация. Если бы это качество его милости были бы применимы сейчас, то почему Нарутам Тагура пишет такие слова? Если я буду жить долгое время по вашей милости, то я попытаюсь объяснить стихи Нарутам Тхакура, вы будете удивлены, вам не нужно будет читать никаких шастр, только Прама Бхакти Чандрики достаточно, там вся суть учения Гауди содержится. Но я должен исполнять желания, указания Шрилы Прабхупады Бхактинанда Тхакура. Я их слуга, я их собака, собака всегда слушается своего господина, и поэтому иногда я лаю на тех, кто выступает против или не следует. И вот это действительно так, когда Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, однажды один мусульманин издалека увидел Махапрабху и упал без чувств на землю, или жены Пратапаруды. И когда Махапрабху с Ориссы пошел в Бенгал, то Махапрабху хотел отправиться во Вриндаван, но не смог. И вот Махапрабху отправился в Рамкели, чтобы давать милость Рупи Санатани Дживе. И вот там мусульманин какой-то пришел, чтобы помочь Махапрабху переплыть через реку. И он начал плакать, не смог его оставить. Когда Махапрабху уходил, тот мусульманин упал без чувств, он не смог потерпеть разлуку с Махапрабху. Это непостижимая милость, которую раздавал Махапрабху. Жены Пратапарудры сидели на слоне, поскольку перед саньяси матаджи не должны приходить, не запрещено это. И вот на день явления Нитьянанды я также объясню эту татву,
с различных точек зрения. Какие-то сахаджи пытаются запутать наше понимание о женитьбе Нитьянанды Прабху, о его поведении. Но Бхактина Такур хотел наказать их. Я покажу вам. И вот поэтому Нитьянанда Прабху по желанию Гуранги он женился. Почему, я объясню попозже. И вот сегодня суть в том, что Гуранга Махапрабху, он показал идеализм саньяси, он показал идеальную жизнь саньяси. Не думайте, что Махапрабху ненавидит всех женщин. Такого никогда не было, он любит их, но из-за того, что он саньяси, он следует идеалам саньяси, поэтому избегает их. И вот Наротам Такур наш предыдущий Гауди Ачарья, он написал в киртанах такие слова относительно нашей садханы. И нашего памятования, если мы повторяем харинам как автоматически, как робот какой-то. Если вы автоматически, машинально совершаете баджан, то толку нет от этого. И когда вы повторите харинам, Шрила Бхактина Такур дает наставление, обусловленные души, особенно одни, должны повторять харинам громко, чтобы также слышать святые имена. И вот если они повторяют харинам таким образом и памятуют харикатху, киртаны, дама, различные места, это более эффективно. И они избавятся от всех материальных проблем, но никто не делает этого. И что же делать? Садхана баджан без памятования не имеет основы. Кто-то совершает садхану, но его ум где-то в другом месте, толку от этого нету. Наше памятование, совершение баджаны и памятование должны одновременно происходить, они взаимосвязаны. Если есть садхана, но нет памятования, то такая садхана бесполезна. И вот Наротам Такур пишет такие слова. Телом, умом и речью мы должны привести в гармонию все с наставлениями Гуруварги, с вашей предыдущей жизнью, настоящим, и все должны привести в гармонию, тогда мы найдем решение. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что те, кто любят Шрилу Бхактивинода Тхакура, мы не можем ожидать, что они будут общаться с какими-то сахаджиями. Шрила Прабхупад много раз говорил, что мы не можем ожидать даже во сне, что те, кто любит Шрилу Бхактивинода Тхакура, как для них возможно идти общаться с какими-то сахаджиями. Сатсанга имеет какую-то волшебную силу, если вы в своей жизни обретете подлинную сатсангу, вы будете удивлены. Я вчера говорил, что даже яд, если мы принимаем, не зная, что это яд, то он возымеет свое действие, и также сатсанга. И вот Махарадж вчера историю рассказал, что какой-то человек хотел мышей отравить, они его надоели они ему, и вот он пошел, купил какой-то еды. Посыпал ядом, положил в угол комнаты, чтобы мыши пришли, съели, отравились. И тем временем этот человек даже не думал, что его внук придет. Но внук пришел, смотрит, какая-то еда красивая, лежит, он взял, съел и помер.
И вот в Кришна-нагаре, когда я был маленьким, где-то было лет 12-14, я слышал новость, что однажды умерла вся семья, они что-то поели вечером, ну, утром уже мертвые, и вот полиция выясняла, в чем причина. Вроде никто их не убивал, таких ничего признаков насилия нету. И потом они решили выяснить, что они ели. И, в общем, выяснилось, что какая-то змея приползла. Попробовала молоко, они потом это молоко выпили и все померли. И вот жизнь очень так странна. Если вы поймете хотя бы что-то, вы будете удивлены Однажды одна молодая женщина, у нее было 3 сына. Один сын, ему 6 лет было, другому 4, третий только родился. И вот теоретически мы знаем, что жизнь не вечна, но практически кто об этом знает? И вот однажды средний сын играл с младшим, и вот они сделали мурти кали в Бенгале, это в Кати где-то. Поставили фотографию Кали, и тот старший решил играючи принести жертву Кали своего младшего брата, решил отрубить ему голову. И тот согласился, младший. И тот взял какую-то, какой-то лист, траву какую-то, очень острую начал пилить, этой травой ему шею, тот шея стала в крови, и мать увидела, была, хотела его как-то... взяла этого ребенка, пошла его мыть от крови. Не так было, то есть, в общем, у нас еще куча крови появилась, начала кровь течь из-за того, что вот этой травой тот уже ее порезал. И старший сын позвал мать, которая была на крыше. Еще хуже история. В общем, тот хотел его помыть, старший положил воду, пошел мать звать на крышу. В процессе, когда звал мать, подумал, что мать расселится, на него пошел задом, и не заметил, что крыша кончилась, и таким образом упал с крыши. В общем, мать в итоге
двух детей потерял. Первый, младшего старшего убил случайно, а старший с крыши упал. Вот так. То есть наша жизнь, она очень не вечна, нестабильна. Все по воле Майи происходит. И если мы решимся быть под контролем Гуру и Вайшнавов, то это очень хорошо. Это лучше, чем быть под контролем Майи. По крайней мере, Гуру Вайшнавы дадут нам какое-то вечное благо. А если мы потеряем в них веру, то что у нас останется? Наше богатство, наша собственность — это према, это любовь. И вот Махапрабху говорил в Чайтанья Чаритамрите такие строки, что нет никакой, никаких прамадон, сокровище према, единственное сокровище в нашей жизни. Поскольку без собственности мы нищие, я видел в своей жизни, один нищий стал очень богат. Я с детства помню многие случаи, и вот какой-то нищий был, рядом жил, потом очень разбогател, огромное здание построил. В Калькутте до этого они жили в шалаше каком-то. Потом опять стали нищими. И люди, они, если они обретут настоящую милость, они будут пытаться понять, пытаться осознать. Один очень богатый человек из Англии, перед тем, как умереть, он всю собственность завещал собаке. Может, смешно выглядеть, но действительно так и было. В газетах писали. И вот когда я узнал, почему он так сделал, зачем собаке, был очень миллионером, и собаке все завещал. Жены не было, у него детей тоже, друзей тоже не было. Вот. Поэтому самому близкому он завещал собаке. И я думал, обсуждал эту историю с одним человеком. И тот человек сказал, этот человек завещал собаке столько богатства, а я ему сказал, о, Навин, я как это возможно? И вот я сказал, хотел сказать, что этот человек завещал все. Все богатство, все наследство этого человека, это какая собака, тот человек, который завещал все наследство собаке. Он не мог найти никакого применения деньгам, кроме как завещать их собаке, поэтому сам по сути собака. И вот этот мир очень странен. Эти ученые, они говорят, что если есть 800, ну сколько там, 7 миллиардов народов примерно на Земле, и из них половина как сумасшедшие, это ученые говорят. И в нашей жизни так же. Ну, много разных вещей происходит.
Если буду о всем рассказывать, очень долгая история, но все же я не хочу терять свое... дискуссии. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура, он с очень высокой семьи происходит. Я кратко расскажу, как Рупа Санатан с Южной Индии, он из Бхаратрадж Готры, и наш Шрила Бхактивинода Тхакура, он тоже происходит из высокой семьи. Его семья была очень богата в период английской администрации. И вот в то время они стали землевладельцами, но потом, когда отец умер, когда Шрила Бхактивинода Тхакура был маленький, отец его умер, и они потеряли всю собственность. И как жить дальше? И вот они жили в доме. Дядя жены. Ну вот по этой материнской линии родственника какого-то жили. И потом он пошел учиться, поехал в Калькутту. И вот он был великим преданным с самого детства. Он вечный преданный не только в этой жизни. Вот Шрила Бхактивинода Тхакура. Он получил образование в Калькутте. И там лучший из пандитов, в соответствии с материальными представлениями, его звали Видьясагар, океан знаний. И вот на бенгали, санскрите, Видьясагар, у него учился. И он учил, уважал Бхактивинода Тхакура. И вот Видьясагар не был плохим человеком, но все же в том смысле, что не был преданным, никакую практику преданности не практиковал. И вот однажды Видьясагар в колледже, он давал лекции, и тем временем сказал, что Бхагаван бесформенен, и никто не может видеть его. И Шрила Бхактивинода Тхакура, будучи студентом, встал и спросил: «О, пандит, видели ли вы Бхагавана?» И Видьясагар сказал, что нет. И как вы говорите о Бхагаване, если вы его не видели? И Видьясагар, он вынужден был признать, что ничего не видел его. Но вы в ваших книгах пишете, что вы, вот это в книге Шудодой, там вы пишете, что то, что вы не видели, не можете чувствовать. И вот в этой книге он пишет, что то, что вы не видели и не чувствовали, то
не можете ничего говорить об этом. И вот Бхактивинода Тхакур спросил, видели ли вы Бхагавана, чтобы о нем что-то говорить. Сказал, что не видел, поэтому сказать ему действительно нечего. И Видисагар был доволен своим учеником, доволен его прямотой и честностью. И вот он отправил его в Катак впоследствии. И вот Видисагар написал письмо какому-то офицеру высокопоставленному, что это мой ученик, он очень прекрасно учится, дайте ему хорошую работу. И вот тот увидел Бхактивинода Тхакура, в то время был, это был британский офицер. И он понял, что работать школьным учителем, такому достойному человеку, не место. Ну, какое-то время он работал школьным учителем, потом по повышению получил, потом, в общем, дали ему должность губернатора какого-то. И вот качество Шрилы Бхактивинода Тхакура настолько великолепно, что мы не можем говорить о них. Лучше, если Нитянанда пишет все качества Шрилы Бхактивинода Тхакура. По указанию Гуру Варги и Нитянанды я что-то пытаюсь сказать его славе. И вот Шрилы Бхактивинода Тхакура день за днем так был занят своей работой, и в итоге потом он женился на Джагат Махини Деви, но она быстро умерла. И родилась у нее пара детей и умерла потом. Детям было месяцев 10 где-то, и он думал, как заботиться обо всех, еще мать у нее была. И он еще раз женился, поэтому. Вторую жену звали Бхагавати Ма, это Бхакти Деви. И в жизни Шрилы Бхактивинода Тхакура были дети. И сейчас от этой жены тоже несколько детей она родила. И в то же самое время она... Шрилы Бхактивинода Тхакура был полностью посвященной душой, и жизнь многих саньяси нельзя сравнить с ним. Хотя он саньяси работает, множество обязанностей у него, но пока по стилю, по качеству его жизни мы уже видим, что он лучший саньяси. Шринивас Ачарья, Савананда Сен, Вишнупреда, они лучшие из саньяси. Это зовется Сиддханта. Никто в этом мире не может заявить так. Вишнупреда, она лучшая из саньяси. Что такое саньяса? Носить красную рыжую одежду и палку — это не саньяса. У многих нет никакого представления, что такое подлинная саньяса. И вот в Гите Бхагаван говорит о Арджуна. Тот, кто не имеет желания в своей жизни, не имеет желания. Кто находит гармонию с этим миром, тот настоящий саньяси. На Кангшати, Шочати, тот, кто не имеет никаких желаний, никаких надежд на этот мир. Но сейчас...
редко такое можно увидеть. Вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он лучший из саньяси, с полной уверенностью я говорю об этом. Нитянанда Прабху, он не оставлял саньясу. Я могу сказать, что он принял более строгую саньясу, когда он женился. На Джахна Васуде, то он принял более строгую саньясу в своей жизни. Но люди говорят, он оставил саньясу. Что такое саньяса? Саньяса значит посвященная душа. Саньяса значит тот, кто полностью посвятил себя служению Бхагавану наилучшим образом. Или я могу сказать, что тот, кто делает все для удовлетворения Бхагавана, это полное идеальное определение саньяси. И вот согласно этому Радхарани на лучшей саньяси, и мы можем все получить саньясу Радхарани или у Гададхар Пандита. Или у Вишну Придеви, но мы глупы. Мы не понимаем Сиддханту. Мы не можем запомнить Сиддханту. Только с помощью Гуру Севы, по милости Нитянанды, вся Сиддханта явится в вашем сердце. Просто что-то запомнить и говорить на публику ради какой-то дешевой славы — это не то. И Шрила Бхактивинода Тхакура, он лучший саньяси, и он вынужден был жениться опять. И после этого родился Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад в его семье. Мы должны годы за годами обсуждать славу Шрила Бхактивинода Тхакура. Она бесконечная, двух часов очень мало. И вот если мы посчитаем, то мы увидим, что мы очень благодарны Шриле Бхактивинода Тхакуру с незапамятных времен, поскольку Гаудия Мадх значит Бхактивинода Тхакура. Гаудия Мадх значит Бхактивинода Тхакура с самого начала. И вот с самого утра, с самого арати, все киртаны написаны Шриле Бхактивинода Тхакура, все остальное. С начала до конца Гаудия Мадх, он не отличен от Бхактивинода Тхакура. Гаудия Мадх значит, Шрила Прабхупад объясняет, Чайтанья Мадх — это сам Шри Чайтанья Махапрабху. Не критикуйте Чайтанья Мадх. Конечно, можно видеть, какие множество сумасшедших людей там находится, но по воле Йога Майи это произошло, но все же мы не должны критиковать Чайтанья Мадх. Чайтанья Мадх, он не отличен от полного сознания, от Чайтанья Махапрабху, Пурна Чайтанья. Чайтанья Мадх — это источник всего сознания. Шрила Прабхупад говорит об этом, и Гаудия Мадх, все Гаудия Мадхи служат Чайтанья Мадху. Они подобны Радхарани или Бхактивинода Тхакура, мы можем сказать. Все Гаудия Мадхи, они пытаются служить Чайтанья Мадху. Это вичар Шрилы Прабхупады. Даршан Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорит все основанным Гаудия Мадхи, они вместе служат Шри Чайтанья Мадху. Если вы найдете тысячи мадхов, или кто-то под именем Гаудия Мадхи что-то делает, они отделены от этой Сиддханты. Я сидя на Вьясаса не могу математически все доказать, что они потеряли всякую связь с Шри Чайтанья Мадхи. Они потеряны, их четана, их сознание потеряно.
И вот Годи Матхи не отлично от Бхактивинода Такура, куда бы мы ни шли, мы увидим, что все шастры, все писания, все киртаны, вся сиддханта, весь даршан, все это дано Шрилы Бхактивинода Такура. Если бы его не было, мы бы были слепы. Кто может объяснить нам, есть ли у нас способность понять все это? Я вчера говорил о день явления Шрилы Джива Госвамипада. И вот Шрила Бхактивинода Такура, если бы не было Бхактивинода Такура, то мы слепы. Если у вас способность изучить сандарпи, чтобы понять их суть, чистые гуру Вишнава, они очень могущественные, и они столь могущественны благодаря гуру Саве. Если вы сможете совершать гуру Саву должным образом, вы развиваете огромную концентрацию. Почему чистый Вишнава Шрила Прабхупада, например, есть какие-то книги, кто-то жалуется, что написали что-то не так. И вот и он читал все это и говорил, так это или не так, почему гуру Вишнава очень могущественны. Можете проверить их. Шрила Кешава Госвами Махарадж читал множество книг на тему Майявады. Хотя для нас это бесполезно. У нас даже Джайва-дхарму нет времени прочитать, но чистый Вайшнава многое делает, что мы не можем. А зачем он читал эту Майяваду, чтобы опровергнуть ее? И вот смотрите, Шрила Бхактивинода Такура был очень занят. Он работал этим губернатором, множество обязанностей у него было, и в то же самое время он писал киртаны, написал сотни прекрасных киртанов. То есть не все могут быстро поменять свою жизнь. И вот Шрила Бхактивинода Такура, он не отлично от Годи Матха. И изучить всю сиддханту, которая написана Рупой Санатаны, Джива Госвами, есть ли у нас способность. Ну, Шрила Бхактивинода Такура, он изучил все это и дал нам суть в своих книгах, которые очень простые и легкие для понимания. Если бы не было Джайва-дхармы, как мы бы поняли, и эта Джайва-дхарма, она дает нам полное представление с начала до конца. Даже там приводится сравнение Гауди философии с Майявадой и прочими. Шрила Бхактивинода Такура, когда он вот жил дома, он писал множество книг также. Если Бхактивинода Такура хотел бы соревноваться с какими-то материальными писателями и поэтами, то никто бы не смог сравниться с ним, но Шрила Бхактивинода Такура никогда не шел ни на какие, ни на какую конкуренцию с другими писателями, но он лучший из писателей, поэтов.
он седьмой Госвами. Никто не может опровергнуть это. Много раз Шрила Прабхупад говорил, те, кто следует Бхактивинода Тхакура, как это возможно для них идти в сторону асад-санги, это невозможно. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что мы должны понять основную разницу между Бхактивинода Дарой и то, что не является учением Бхактивинода Тхакура. И тогда нам не нужно будет, мы не будем обмануты какими-то сахаджиями, какими-то имитаторами, которые под видом проповедников проповедуют всякую ересь. Если мы сможем понять тонкую разницу между учением Шрилы Бхактивинода Тхакура и тем, что не является им, и вот Бхактивинода Дара — это есть Рупануга Дара, это учение Рупа Госвами. И вот эти сахаджи, они... Все равно пытаются мешать что-то делать. И вот какие-то люди хотят быть обмануты и обманываются. Что я могу сделать? Хотят их дело. Так много людей приходят и уходят. Мало кто может принять, осознать и применить в своей жизни эту философию. Шрила Прабхупад говорил, что мы должны пытаться понять разницу, основную разницу между учением Шрилы Бхактивинода Тхакура и то, что не является им. Это есть сатсанга, даже язык Шрилы Бхактивинода Тхакура мы не можем понять. Чтобы понять основную разницу между Бхактивинода Дарой и то, что не является ей, это подлинная сатсанга. Мы должны понять, осознать разницу между Бхактивинода Дарой и то, что не является ею. Это есть настоящая сатсанга. Что такое сатсанга? Просто есть какие-то сладости. Это не сатсанга. Мы должны понять и осознать все. В тот день, когда мы осознаем, что есть подлинная сатсанга, то все проблемы уйдут во всех 14 мирах. Даже Брахма, он встречается с какими-то проблемами, но Бхактивинода Тхакура может все это решить. Кто-то думает, что сумасшедший, но нет. Если Брахма встретится с какими-то проблемами, то Бхактивинода Тхакура может все это решить. Шрила Бхактивинода Тхакура однажды пришел с работы, перекусил. Он обычно вот и пил молоко только, так больше особо ничего не ел. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он достаточно рано ложился и рано вставал и всю ночь повторил харинам. Поэтому в Гите говорится, когда все спят, когда невежды спят, когда мудрецы бодрствуют и наоборот. Мудрецы бодрствуют, когда невежды спят. И вот в Гите Бхагаван говорит, то, что когда те саду, они когда эти мудрецы бодрствуют, невежды спят. On those topics, the sadhu, they are almost indifferent.
Это признак хисаду. Саду и как узнать саду? Это я показать могу вам Рамануджачарья. Вот пришел какой-то этот инвалид, и Рамануджачарья понял, что он великий саду, он находился в какой-то парампаре. И вот тут сидел на дереве, совершал какой-то свой баджан, и Рамануджачарья понял, что он великий саду, просто ведет себя так, чтобы никто не мешал его, он был Дивьясури. Какими-то материальными то есть нельзя просто взять и измерить саду линейкой. Если мы можем так измерить, оценить саду, то это нельзя сказать, что он Гурупад-падма. Гурупад-падма, он бесконечен. Нельзя его взять и измерить, насколько он широк, длин, сколько стран посетил и прочее. Ну, такие эти некоторые люди оценивают гуру по их материальным заслугам, но толку в этом никакого нет. И вот майя смеется. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он спал несколько часов, потом всю ночь совершал харинам. Однажды Шрила Бхактивинода Тхакур, кто-то позвал Бхактивинода Тхакура. О, Тхакур, вставайте. И вот кто-то разбудил его. Ну, не разбудил, но как-то в каком-то состоянии в отсутствующем было. Вот тот сказал, что Индра встретился с какими-то проблемами и позвал меня, чтобы я помог им их решить. Внешне мы не можем найти Тилака на Бхактивинода Тхакуре, хотя он был великим преданным. Мало того, он был вечным спутником Шримати Радхарани, но все же посторонние люди не могли понять, что он великий преданный. Сомневались, что даже Тилака не носит, мало не носит. И вот один Сваруп Дас Баба выразил такое сомнение, и потом он пришел просить прощения, что он понял, что сказал не то. Хотя внешним Тилака мало не было, я думаю, не мог понять, что великий преданный Джаганатха, и Бхактивинода Тхакур засмеялся, действительно. Так, я еще ищу гуру, кого принять посвящение, не нахожу. Поэтому Тилака нету, мало нету, и харинам повторяю на обычных четках. И потом Шрила Бхактивинода Тхакур принял какого-то гуру, а тот потом стал сахаджи, не хочу назвать его. И вот люди, те, кто сахаджи, они заняты. Они пытаются показать всем, что они имеют связь с Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, что он получил дикшу у них. Хотя они сахаджи, по сути, но так случайно случилось. Я, для Бхактивинода Тхакура не столь важно, получил он дикшу или не получил. Шрила Прабхупада
получил дикшу Гоги Шодас Бабаджи Махараджи или тот у него, или в случае Махапрабху он получил дикшу Кешо Бхарати или дал ее Кешо Бхарати, как это понимать? И вот в соответствии со сознанием, нашим сознанием, мы можем понять иначе. Будет просто какая-то ложная философия. Шили Бхактина Такура не нужно получать никакое посвящение Радхарани, у кого получила дикшу, или Лалита Вишака. Они не понимают, только какая-то логика. И вот однажды он был из Бангладеша, в то время была неделимая Индия, и вот и он пришел к Бхактивинода Такуру, тот получил дикшу, и потом этот человек стал сахаджим. Однажды тот Гурдев хотел свои ноги положить на голову Бхактивинода Такуру. И тот Бимала Прасад Сарасвати появился, ему было 5 лет всего. Он смотрит, что тот зовет его отца, говорит, что может положить его свои ноги ему на голову. Этот мальчик сказал, что ты о себе думаешь. Может ли ты ложить свои ноги на голову Бхактивинода Такуру? Этот гуру был удивлен. И вот тот этот 5-летний мальчик пристыдил его, и тогда он понял, что что-то не так делает, и мы вечно благодарны Бхактивинода Такуру, Гуранга Махапрабху, вечно благодарен Шри Бхактивинода Такуру и Гуркишвара Дас Бабаджи Махараджа, поскольку мы обретаем все по милости Бхактивинода Такуру. Если мы игнорируем Бхактивинода Такуру, то мы потеряемся. Гурудам Грандхадам. Гурудам мы обрели Гуру Шрилу Прабхупаду, Джагадгуру. Гурудам Грандхадам. Он дал нам Гуру, иначе мы слепы. Грандхадам, он дал нам множество книг. Он написал множество книг, чтобы представить Бабу чувства Гуранга Махапрабху, чтобы представить учение, первозданное учение Махапрабху можно найти в книгах Шрилы Бхактивинода Такура. Намадам, он дал нам Харинам. Как мы можем слышать Харинам? Что за положение Харинама? Все объяснение, оно дано нам Бхактивинода Такуром. И если мы изучим все книги Шрилы Бхактивинода Такура, то я могу гарантировать, что вас никто не сможет обмануть. Хотя некоторые книги очень малы, как Харинама Чинтамани, но имеют огромную суть. Или Бхаджан Рахасья. Каково ее значение или считание Шикшамбрита или Махапрабху Шикша? Или Татва Вивека значение, понимаете? И вот Джайва-дхарма. Бхактивинода Такура, когда был мал, ему было лет 10-12, он уже писал книги. Прямо Прадипа написал. И как объяснить? Все дал Бхактивинода Такуру. Гурудам Грандхадам. Даже даму мы зовем Бхактивинода Такура Нади Пракаш.
Одно из имен Бхактивинода Тхакура Надья Пракаш, поскольку благодаря Бхактивинода Тхакуру мы узнали о значимости этой дамы. Дама, она проявилась по милости Бхактивинода Тхакура. И вот там в Сванада Сукада Кунджи Бхактивинода Тхакура всю ночь повторил Харинам, смотрит в Майпуре какое-то сияние, откуда оно. И вот звали его этим мусульманин. Тут много было место называлось Мияпур, потом Майпур. Переименовали нормальное название. Эти мусульмане переименовали в Мияпур. И потом Бхактивинода Тхакура опять переименовал это в Майяпур. И вот он пошел искать один бамбук. Какое-то сияние здесь было. Он спрашивал местный, какой-то старый мусульманин был. Тот спросил, здесь свет здесь видел. Откуда это сияние, этот старый человек сказал. То, что странное очень место. А почему мы тут пытаемся огород сделать, вырастить какие-то овощи, ничего не растет, одни тулоси. Мы много чего выращиваем, но тут одни тулоси растут. И Бхактивинода Тхакура понял, что нечто необычное. И тогда тем временем Джаганадас Бабаджи Махарадж пересек реку, пришел на место явления Гуранги и начал танцевать. Ему было 125 лет, но он очень активно танцевал и высоко прыгал, хотя в таком возрасте даже не ходят. Вот Шрила Бхактивинода Тхакура понял. Но, и вот, вот Надья Пракаш, значит, всю Надью. Он явил нам славу Нади. Мы знаем о ней благодаря Бхактивинода Тхакуру. У Бхактивинода Тхакура были хорошие связи с англичанами. Они очень уважали его благодаря его разуму, учености. И вот это британское правительство занимало его в различных в решении разных проблем. И вот он получил возможность служить в храме Джаганнатха. Я так много хочу сказать, но времени мало. И вот каждый день Шрила Бхактивинода Тхакура приходил и он садился у отпечатков лотосных стоп Махапрабху. Преданные собирались, они обсуждали Бхагаватам, совершали киртан, и сейчас тоже происходит. Преданные сарицы там собираются около 6:30-7 вечера. Но Махарадж, когда совершает парикраму, обет молчания берет и ни с кем не разговаривает. Чувствует радость сердца. Поскольку если кого-то по дороге встретить, нам говорить придется, парикрама не получится. И вот поэтому он молча парикраму совершает. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура в своей жизни в автобиографии написал. Я не знаю почему, но я очень люблю этот сладкий дал. В пури готовят, сахар везде добавляют. Есть это сладкое блюдо, ахардал.
И мой Гуру Махарадж тоже очень любил в пожилом возрасте, он ел это, дал, сладкий дал. И вот эта картина в моем сердце осталась. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, когда заходил в храм, кто-то приходил и угощал его сладким далом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур очень странен. Что мы можем сказать? И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. И вот один Бабаджи Махарадж, он совершал киртаны. Весь день мог повторять харинама, а вечером около семи Бабаджи Махарадж выходил на... Все клонились ему. И вот преданные приходили, угощали его Джагнат Прасадом, и вот это его рацион такой был. Он что-то ел, раздавал то, что стало, но немножко ел, а большую часть раздавал, и вот в то время был там Шрила Бхакти Валапатиртха Госвами Махарадж, предыдущий день был праздник Махапрасада. И на следующий день Гундича Марджана было тоже прасад раздавали, много. И, в общем, просто много осталось, и я хотел пойти тащить Джаганатха, в смысле колесницу за веревки. И вот мне предложили патолы. Какой-то сабжи из патолов, которые Джагнатха были предложены. Вот я начал их есть, и потом поел и пошел тянуть Джагнатха. Там было три полицейских кордона, но как-то их преодолел. Зашел внутрь. Там в процессе того, как тянут Джаганатха, надо быть крайне осторожным, поскольку если упасть, то затопчет и не заметят. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он иногда приходил в Джаганатха Валапудьян и обсуждал Бхагаватам там. И вот как его назначили этим администратором храма Джагнатха, тот там порядок навел, все вовремя стало делаться. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, он единственный, с помощью кого мы видим, что происходит вот такая огромная проповедь. Шрила Бхактивинода Тхакур был первый, кто проповедовал Гауранга Даршан, Гауранга Шикшу перед иностранцами. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур был единственным, первым, кто начал проповедовать учение Гауранги Махапрабху на Западе. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил на различных языках, на бенгали, на английском, хинди, ори. На урду, на фарси. Урия, я могу говорить с урия людьми, но
Он санскрит также знал, где-то 6-7 языков знал, говорил на них, писал, проповедовал. И английский был настолько прекрасен, что даже сейчас, если почитать его книги, мы восхитимся красотой его языка. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур — это тот, кто проповедовал учение Гауранги перед всеми иностранцами. Он первый, кто начал проповедовать за пределами Индии и на английском. В то время все важные люди, они приходили, чтобы встретиться с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. И как он мог найти время для всех? Бхактивинода Тхакур никогда не шел ни на какие компромиссы. Но Сахаджи заявляет, что он был в их парампаре, но это глупо. Бхактивинода Тхакур никогда там не был. Никогда не шел ни на какие компромиссы с никакими сахаджиями. И наоборот, я могу сказать, что он протестовал. И вот какой-то человек дал совет Бхактивинода Тхакуру, что плохого, пускай люди приходят. Ну что, если сахаджи приходят, пускай приходят. И вот кто-то останется, кто-то уйдет. Но Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, нет, мы не можем, кому попало, позволять, поскольку ничего хорошего не будет с этого, из этого. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он хотел защитить нас. Если мы хотим получить учение Шрила Бхактивинода Тхакура, мы должны прийти к Бхактивинода Тхакура, к Шриле Прабхупаде. Перед Бхактивинода Тхакуром и Шрила Прабхупаде мы должны явиться, если мы хотим обрести учение Шримана Махапрабху в неизменном первозданном виде, нет никакого другого пути. И вот кто-то говорит, какой-то человек, не духовный какой-то человек, говорит, что можно приглашать всех подряд, если понравится, пускай остаются, не понравится, уходят пускай. Но Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что нет, каких-то глупцов, сахаджи не нужно приглашать на путь Гауди Бхаджана. Но сейчас все игнорируют Бхактивинода Тхакура. Если не все, то большинство. И из-за этого мы можем видеть такую плачевную ситуацию сейчас. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что кому попало, не нужно приходить в путь Гауди Бхаджана. Достойные люди должны приходить, какие-то качества должны быть. Одно из самых главных — это
преданность, самопредание, искренность. Если они есть, то другие, они автоматически проявляются. И тогда иначе ничего хорошего не происходит. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорил о себе, как о подметальщике на Махате рынка святого имени Нитьянанда Прабху по желанию Гуранги. Он хотел открыть рынок святого имени. И вот на этом рынке святого имени великие махаджаны, великие души, как Шрила Бхактивинода Тхакур, Прабхупада и прочие, они раздают эту милость. Если мы пойдем на рынок святого имени, точнее на обычный рынок, чем раньше приходим, тем свежее и новее овощи. Но особенно в Индии с утра все открывается, самое лучшее с утра раскупают, а потом ближе к полудню остается то, что осталось, и то, что никто не взял. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он открыл рынок святого имени и говорит о себе, как о подметальщике этого рынка святого имени, что если какой-то мусор, грязь будет приходить, он выметит его. Area, but all over the world, everybody dancing, naked dancing going on in the name of, you know, Bhaktivinoda Dara. These that they can do, naked dance, even no clothes. There is a condition of Bhaktivinoda Dara. But Bhaktivinoda Dara can never be extinct. Но Бхактивинода Дара, она никогда не прекратится. Бхактивинода Дара, она останется, она выживет. И наставление Шрилы Прабхупады, то, что в своей ежедневной жизни, в своей жизни баджана, мы должны поддерживать Бхактивинода Дару, мы должны поддерживать, чувствовать это учение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Мы должны удостовериться, что поток учения Шрилы Бхактивинода Тхакура, оно течет в нашей жизни. Если мы сможем это сделать, то сможем распространять среди других это учение. Шрила Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура написал прекрасный киртан. И вот это прекрасный киртан. И вот те, кто имеет шрадху, мы приглашаем их. И какова цена? Это вера, шрадха. И за эту цену шрадху веры продается святое имя. Амрита, мы находимся в океане нектара, но не каждый может обнаружить это. И вот очищение, поддержание, защита — это главная обязанность Гауди Гуруаги. Если Кешав Госвами Махарадж не будет защищать Намахату, или Сиддхартха Госвами Махарадж не будет защищать Намахату, или Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, они не будут защищать этот рынок святого имени, то можно обнаружить, что много мусора туда придет. Как если закрыть какую-то комнату, то можно
видеть какие-то пауки, появляются пылик много и прочее. И вот это наша обязанность. Это моя обязанность. Под руководством Шрилы Бхактивинода-Тхакура я всегда пытаюсь очистить это место, где я нахожусь, поддерживать чистоту лучше качества, чем количество. Если один поймет и применит, воплотит все это учение в своей жизни, это лучше, чем несколько, которые услышат и ничего не сделают. Если мы идем на компромисс с качеством, то получим количество. Если идем на компромисс, то себе, что надо пожертвовать либо количеством, либо качеством, если хотим что-то получить. И вот Шрила Бхактивинода-Тхакура, он седьмой госвами, кто всегда хотел защитить Намахату. Он хотел защитить эту Намахату. Если Намахата не защищена, то мы ничего не получим. Мы вечно благодарны Бхактивинода-Тхакуре и Шриле Прабхупаде. Много вещей я хочу сказать. Перед тем, как оставить тело, Бхактивинода-Тхакура, он выражал беспокойство о текущей ситуации на поле Баджана. Вот Махарадж много статей написал о славе Бхактивинода-Тхакуре и его учении. И вскоре опубликует их, чтобы люди поняли, кто такой Бхактивинода-Тхакура. Процедура сатсанги, как обрести сатсангу, как избежать сатсанги и множество других статей. Те, кто находится в отреченном окладе жизни, их характер должен быть идеален. Если они не поддерживают идеализм, то все другие, смотря на них, тоже не будут чувствовать вдохновения. Когда мы вступаем на путь баджана, мы должны вести себя идеальным образом. Иногда Гуру Вайшнавы не говорят прямо. Но не как-то, не прямо, как косвенно пытаются помочь людям. И вот Махапрабху в его лиле можно найти. И вот однажды в Картик какая-то Матаджи принесла пури и прочих множество подношений. И вот я Саваку сказал, чтобы не пускали, но подношение прийти, угощение можно забрать. И Матаджи настояла, чтобы Махарадж обязательно что-то съел. И вот, ну, я, поскольку Картик не мог это есть, я просто
Махарадж вдохнул аромат всего этого. И Камата же пришла за посудой, спросила, ел ли Махарадж. Севак сказал, ел, это была правда, поскольку когда мы вдыхаем аромат пищи, это тоже один из видов ее принятия. И как Джагнат Прасаде, когда готовится, перед тем, как Джагнат принял, никто не может вдыхать даже аромат этой пищи. Поскольку в шастрах говорится, если мы вдыхаем аромат пищи, уже наполовину съели ее, можно сказать. И как мы можем понять, что Вайшнав прославляет кого-то или хочет обмануть кого-то? Как это понять? К сожалению, у меня таких, к счастью, такой ситуации у меня нет, поэтому я могу говорить об абсолютной истине, ничего не стесняясь. И таким образом защита дана Шрила Бхактивинода Тхакурам. Это лучшая защита. Даже 200 лет назад Шрила Бхактивинода Тхакура плакал и говорил, поскольку саду, те, кто чистит саду, как Бхактивинода Тхакура, не могут видеть настоящее, прошлое, будущее. Саду может видеть настоящее, прошлое, будущее, и они дают. Наставление в соответствии со всем этим увиденным. Кто-то жалуется, что находится в той или иной ситуации, но вы не знаете относительно настоящего, прошлого и будущего. И раньше много раз я говорил, мы иногда беспокоимся о том, что было какое-то почет или позор. Мы беспокоимся об этом. Кто-то беспокоится, что его никто не любит, но я помнил любовь моего Гуру Махараджа. Отец меня всегда бил, поскольку я футбол любил, но Гуру Махарадж, я никогда не могу забыть его любовь. И он всегда, Гуру Махарадж всегда гладил меня. И видно было, какую любовь он имеет ко мне, поэтому моя жизнь и душа была автоматически продана Шриле Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махараджа. Гуру Вайшнавы никогда не давят на нас, не заставляют что-то делать. Это автоматически зависит от нас, если мы любим Гуру Вайшнаву, хотим сделать им что-то хорошее, то мы будем делать, но это также вопрос нашего собственного блага, а не блага Гуру Вайшнавов. Если мы даем что-то, то не для того, чтобы их спасти. Мы совершаем Гуру Севу и Вайшнава Севу для нашего собственного блага, для нашего вечного блага. Один из моих братьев Буги пожертвовал 90 миллионов рупий для самадхи. До этого он был в другом обществе, какого-то гуру принял, тот пал, второго принял, тот опять пал, третьего принял, тот снова пал. В итоге он потом узнал о Шриле Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махараджа, и у него принял посвящение. Я Махарадж не предпочитает не называть всех подряд братьями Буги. Те, кто слушает Гурудеву, автоматически.
они братья Боги, но некоторые хотят какую-то выгоду получить от Гурудева, как-то прославиться, и благодаря Гурудеву какую-то коммерцию заниматься с Гурудевом. Ну, такие люди делают что-то сейчас, чтобы получить больше завтра. Я никогда не помню, чтобы я как хотя бы одну рупию взял у Гуру Махараджа. Но я как-то живу, все, и все делается по милости Гуру Падмы. И в тот день, когда вы обнаружите, что Гурвага Бхакти, он такой, они вокруг вас, это будет нашим успехом. Если вы чувствуете себя в одиночестве, то это плохой признак, как Шрила Прабхупада, он совершает харикатху все время. Но он чувствует, что Гурвагана всегда с ним. И как в этом случае можно чувствовать себя слабым? Гурвагана всегда со мной, я чувствую это. И много раз случается, когда... В общем, какая-то проблема возникла. Махарадж пошел Бхактивинода Такура, обошел 4 раза его, совершил парикраму. Ну, и вот... Ну, в итоге, благодаря молитве Бхактивинода Такура, вся проблема эта решилась. И вот мало кто заинтересован в том, чтобы очистить, улучшить эту ситуацию, а могут просто отмечать внешние день явления Шрилы Бхактивинода Такура, но кто хочет применить все учение Бхактивинода Такура в своей жизни. Some salt.
То есть люди предпочитают прийти, покричать, поесть и все на этом. А учение Бхактивинода Тхакура применить в своей жизни очень мало кто может. Nice Siddhanta Vichar, somebody can memorize. Our Guru Varga given the Siddhanta. И вот наша Гуру Варга дала такую Сиддханту, какие-то сахаджи могут запомнить Сиддханту. Some Sahajiya can memorize Siddhanta. He can also speak. И какое доказательство, что кто-то находится в преемственности Бхактивинода Тхакура или нет? Я говорю, вы глупые. Они будут говорить о Сиддханте Бхактивинода Тхакура. Но если продолжить, дать им говорить дальше, чистые преданные сразу арестуют таких сахаджи, поскольку как долго они могут говорить на показ, что не следует Бхактивинода Тхакура, как они могут делать вид, что не следует Бхактивинода Тхакура. Можно сравнить учение Шрилы Бхактивинода Тхакура и те, кто подражают им и делают вид, что они следуют Бхактивинода Тхакура. Если почитать их учение, то можно видеть, что оно кардинально отличается. I can see one line, I can say it's Sarvajya. So much sensitivity will have to go up. Мы должны развить такую чувствительность, чтобы сразу видеть, кто есть кто. So much sensitivity will have to go up. But they can go on cheating people. Some people ask you, Maharaj, they can prove, okay? They can try to prove that they are in a line of Bhaktivinoda. But someday, one or two days, 3 days, 5 days, I can catch him, the Sahaja. Not a matter of joke. So, Bhaktivinoda Thakur... И вот Шрила Бхактивинода Тхакура ушел. Значит, мы беспомощны. Но все же, мы находимся с Шрила Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура ушел. Бхактивинода Тхакура is there with us in the form of books and Siddhanta. И он все же, Бхактивинода Тхакура, он... с нами в форме книги Сидданты Бхактивинода Тхакура, вот они сделаны с плоти и крови. Чтобы говорить, что Бхактивинода Тхакура шел, нет. Бхактивинода Тхакура, он с нами всегда. Он видит нас, смотрит. И вот. И в последний момент, когда Шрила Бхактивинода Тхакура совершал баджан Сванада Сукханда Кунджи, Бхактивинода Тхакура, он плакал день и ночь, с закрытыми глазами, несмотря ни на кого. В Баджан-кутире с Малой он сидел и повторял Харинам, поскольку чувство, огромное чувство Випраламбхарасы. Башати Сисура Викунье, Бхакти Пурвам Винадаха, Джугала Чарана Сева, Шакшо Лаха Сая Ашоу, Браджо Расо Руси Кая, Пада Падма Срае, Атру. Дано Дживана Джобана Раджо Сукам, Нагини Таману Кшана Насу Парам, Тайку Брамма Ката Сакалам Бифалам, Ваяго-друма-канану ранджи-видум, Ваяго-друма-канану ранджи-видум, Ваяго-друма-канану ранджи-видум. Джай-джай Сила-сачидананда-бхакти-такур-ки, джай! Кази-абир-бхакти-ти-парамаха-маса-ки, джай! Ананта-гали-кришна-гоу-ти-манна. Tomorrow I can prove how Guru Vaishnava can cheat you. If you like to cheat Guru Vaishnava, you can never do it.
Зато Махарадж рассказывает, как гуру вайшнавы могут обмануть нас, если мы хотим обмануть их.